Конечно, вы знаете, что Калифорния известна своим кинопроизводством. И здесь, к примеру, в Сан-Франциско есть Академия искусств, в LA есть Нью-Йорк Фильм Академи. И вот, к примеру, здесь, в школе, тоже есть курсы и классы по кинопроизводству, по производству различного там ТВ-контента, всего чего угодно. Всем, кому это дело интересно, я настоятельно рекомендую эту школу. В плане спорта и различных там всяких мероприятий, ну тоже здесь огромное количество всяких различных видов спорта. Есть и водное поло, и футбол, и, кстати, по футболу и баскетболу местная команда стала в этом году чемпионами штата. Здесь есть недалеко, в 5 минутах отсюда, здесь есть гольф-площадки. И да, 5 километров отсюда гольф-площадки, отсюда ездит шаттл, который отвозит ребят туда и обратно. И также здесь есть бассейн, который олимпийского размера, очень крутой бассейн. Здесь построили новый, современный. Original gangster. Резиденция. Сейчас там немножко происходит обновление, поэтому внутри мы не побываем с вами, но увидеть можем. Ребята, если вы хоть в одной школе в нашей найдете пикап, то, пожалуйста, напишите мне. Я приеду и сниму его. Вот. Еще очередной пикап. Пикапов просто, мне кажется, здесь больше, чем всего, чего угодно только. Все круто, и местность очень прикольная, то есть это как бы не город, не городского плана здесь, а больше такого countryside, скажем, ну вот я вам показываю. I need to go,